тантре эфир. Тантре эфир, что-то кстеркицин. Табик Шерди, Алина Саботбековна. Алина Саботбековна, Саламатспы. Дары, Эмэти Косанус. Тогда мен был прямой эфир, где в прямом эфире Витрюбейле Мундайле Айтеверейн. Урсат Петсенс Дермен, Орс Часан Найтам, Анткен Булыш, Орс Часан Джирота. Анангин Булыш Пойнча, Уйгур Ултнага, Джит Пойнча. Мен Булыш Бойн из Чардайлярн, Орс Часан Айтеверейн, Урсат Петсенс Дермен. Уважаемые друзья, уважаемые фейсбукчане, это утренний эфир. Вчера я 2 часа был в последний раз, в 2 часа ночи был эфир по результатам постановления следственного судьи, который постановил, что этого парня, у которого был вчера очень тяжелый приступ, я сам свидетелем был этого приступа, по большому счету в этом приступе, ну, там был серьезный приступ. Теперь, что касается данного дела, дам немножко пояснения, а то уже тут некоторые фейки начали включаться и начали про это дело говорить. Значит, данное уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренных статьей, которая рассматривает перевозку наркотических средств. Но самое интересное в этом деле есть фигуранты дела, другие фигуранты дела. Это тот, который организовал таможенную очистку здесь продовольственного мака, и якобы в этом продовольственном маке, который с Турции прилетел самолетом, интересно, как он в Турции прошло наркотические вещи, это просто уму непостижимо, потому что экспертиза МВД дала, что это якобы относится к наркотическим средствам. Второй — это тот человек, который является хозяином груза, его зовут Сухран. А моего подзащитного, у которого вчера была эпилепсия, они утверждают, что якобы он давал деньги на то, чтобы этого парня, чтобы вот этот мак, еще раз повторюсь, пищевой мак, который добавляет пищу, который производится в Турции, официально производится, этот мак, хозяин мака, он давал деньги этому хозяину мака, чтобы он это. Но по фабуле дело совсем не так. Данное дело и обвинение предъявили моему подзащитному только на основании того, что они получили расписку на сумму $120,000. Вопрос. И в тот же день, получается, когда получили расписку, что я такой-то получил $120,000 денег, кто-то. И каким-то интересным образом на эти деньги приобретена квартира у того человека, который взял, дал, у которого, которому он дал деньги в залог. Это сейчас мы до конца не можем в интересах следствия дальше, я не могу дальше рассказывать, хотя я не давал подписку о неразглашении сведений. Но дело в том, что злополучная квартира, скорее всего, я так начинаю понимать, что это купленная квартира, оказалась этому мальчишке просто темой для того, чтобы... И эта расписка, которую тот давал, что он получил деньги, за что? За квартиру, естественно, надо же немножко думать. И он, получается, поплатился за это, получил предъявленное обвинение. Я не могу винить простого следователя, я не буду винить простого следователя. Потому что мы сами уже все понимаем, что
вот эта структура работы, которая создалась за 30 лет, она создалась, что мы, у нас только на простом, у нас просто на бумаге в УПК написана норма, что следователь является отдельным, обособленным процессуальным лицом и сам отвечает за свои действия. Но это оказалось совсем, не так. На самом деле это всегда у нас оказалось давно не так. У нас следователь просто исполнитель приказов руководства. Вчера через следователя я и второй адвокат, мы вдаем со всем талмудом, вот таким талмудом справок, что с 13 года у него умер отец. На основании того, что он умер отец, он попадает в ДТП. И когда он в ДТП попал, у него голову проломил, и там организовался такой кровеносный. Этот кровеносный сосуд, он раздавил вот эти некоторые нервные окончания, наверное, из-за этого у него развилась вот эта эпилепсия. И с 13 года он проходит большие лечения, чтобы вот этот сосуд не взорвался внутри. Мы эти талмуды и все это показывали следователю. Следователь, соответственно, скорее всего, он обязан доложить руководству. Скорее всего, он докладывал руководству. Но я так понял, что руководство МВД ссылается на то, что, не разбираясь в материалах дела, что это вообще к этому делу прилепленный, паренек, они, не разбираясь, взяли, предъявили ему обвинение в распространении перевозки наркотических средств. И на основании этого, и предъявив обвинение, они привезли его на меру пресечения, на санкцию. Тяжело просто об этом говорить. Я просто вчера свидетелем этого всего был. Мне было очень тяжело. Вот. Приехав на эту санкцию, парень вроде бы, видать, сам себя держал. Все-таки двое суток в ВВС лежал. Полторы суток в ВВС лежал. И приехав, он там же один был, не расслабленный. А тут, приехав, увидев родственников, то все, и он, считайте, сутки не кушал, оказывается. И начал кушать, то все, потом ему не стало хватать воздуха. И он попросился на улицу. Оперативные сотрудники, спасибо им, они все-таки вывели его, дали подышать, то-то. И ему там в справке написано, он должен избегать стрессов. И видать, когда он увидел родственников, то все, и увидел то, что ему просят заключение под стражу, то здесь и получился взрыв. Стрессовый взрыв, наверное, и на основании этого у него получилось. Некоторые люди, я непосредственно за этот период общался и с некоторыми сотрудниками милиции, которые прибыли, также сотрудниками ККМБ, они сначала начали думать, о этом, мол, типа просто симуляция. Но, извините, ребята, симуляцию так сделать невозможно. Предсмертную шахаду читать, это не просто. Предсмертную шахаду не читают. Он уже готовился к смерти, этот парень. Сейчас, вчера потом отсюда забрали его, скорая помощь, все отвезли. За этот период его не приняло. И согласно вот этим талмудам, многие больницы побоялись его принять. И тогда в Чуйскую областную как бы его отвезли. В Чуйскую областную он в тяжелом состоянии сейчас лежит. ГКМБ. Вот. В тяжелом состоянии. Потом некоторые сотрудники ГКМБ просто действительно сами тоже испугались в реальности. Человеческое не чуждо, но они тоже испугались и увидели, что это далеко не симуляция. Но меня удивляет тот факт Института следственного судьи. Они забывают, что Фемида закрытыми глазами, что есть весы. Обоснованность постановления
обоснованность постановления, которое написал следователь, пришел на прошение того, чтобы заключили под стражу, при нашем вопросе адвокатов, вот, ни одного из пунктов обоснованности для задержания и причастия его к этому преступлению следствие не дало никаких. Сказал, в интересах, единственное, как всегда, дежурная фраза, в интересах следствия и оперативное заключение. Все, больше ничего. Абсолютно другого ничего нет. Ни одни, они говорят, вот есть доказательства того, который якобы продал ему квартиру, вот он показал, и все. И оперативно-следственное заключение сотрудников МВ. На основании этого. И я не хочу тоже сказать плохо по многим судьям Первомайского районного суда, но судьи Первомайского районного суда забывают, я всегда об этом говорил, говорю и буду говорить, судьи забывают, что вы, что суд это ветвь власти. Суд имеет право. Да, заказные дела, когда выполняют, когда по заказу оправдывают или же по заказу закрывают или же изменяют меру пресечения по некоторым делам, они по особо тяжким делам избирают меру пресечения с содержанием под стражей. А здесь я тяжкое преступление, больной человек, и вот это все, и они берут и закрывают его под стражу. Меня очень вчера удивило решение следственного судьи, очень сильно удивило решение следственного судьи, который вынес постановление, удовлетворил ходатайство следователя. Удовлетворил ходатайство следователя и взял под стражу с содержанием в СИЗО 1. Но сделал примечание, хоть на этом спасибо, что ввиду того, что он сейчас вот в таком состоянии, то-то, ну пускай находится в больнице. Ну хоть на этом спасибо. Вот. Поэтому я считаю, что и всегда говорил и говорю, уважаемый Садыр Нурхожоевич, в срочном порядке, я тогда еще писал, в срочном порядке надо создать единый следственный комитет. Надо всех следователей со всех структур собрать в единую кучу. Утверждение прокурора обвинительного акта или же заключение постановление заключения под стражу надо из-под прокуратуры полностью вывести. Не надо, чтобы прокурор давал согласие на утверждение этих. И тогда институт гособвинения начнет смотреть на законность этого дела. У меня этот пакет документов готов. Вот. Я даже готов помочь любой вашей инициативе, если эта инициатива пройдет. В части создания единого следствия, готов создание, готов дать пакет полный документов, готов работать день и ночь, но чтобы провести вот такие реформы. Потому что практика, 30-летняя практика следственных органов на сегодняшний день дает сбои. И вот таких случаев будет больше и больше и больше. И в первую очередь надо убрать от Генеральной прокуратуры утверждение государственное утверждение постановлений или же предъявленных обвинений. Как мы только это сделаем, тогда гособвинение начнет работать. Она будет действительно надзирать за законностью, правильностью применения закона, за правильностью применения законодательства. И тогда институт следственного судьи заработает. Потому что институт следственного судьи не работает. Тогда и заработает институт следственного судьи, и тогда только будет состязательных сторон, где и прокурор, и адвокат могут вместе увидеть в этом деле, что незаконно применена норма. Единый следственный комитет надо в срочном порядке начинать. Почему? Потому что идет какое-то соперничество между следствием МВД и следствием ГКМБ.
надо в срочном порядке вот это в единый комитет, и чтобы он один только человек мог, одна структура только могла закончить вот это вечное меж... войну практически. Потому что из-за войны двух следственных органов страдают люди. Это я не только касаюсь. Поэтому в любом случае, уважаемый Садыр Нурбаджоевич, Камчат Кудашевич, пришло время, необходимое время, в срочном порядке начать реформу. И реформу не судов. Суды сами по себе, просто оставьте в покое суды и не осуществляйте надзор за этими судами за счет телефонного права. Все. И создайте состязательность сторон между судьей, адвокатом, между адвокатом и прокурором, и тогда и следователем. Вот тогда судьи сами начнут, действительно сами пойдут на то, что будет реальные законные постановляться законные приговора. Просто не трожьте, не лезьте в суды, не контролируйте. Уйдите с этого. Тогда будет толк. А вот такими темпами толка не будет. Благодарю всех за то, что был такой эфир. Вот. Эмоции сдерживаю, но я вам скажу, что если мы в срочном порядке не будем думать о изменении законодательства в части следственных органов, на органов прокуратуры и судебной ветви власти, то это опять-таки может стать триггером для некоторых волнений, которые на сегодняшний день Кыргызстану абсолютно не нужны. Не нужны никакие волнения. И чтобы избежать эти волнения, то надо в любом случае надо сесть и создать рабочую группу по выработке законодательства, которое сделает. И перестать пользоваться телефонным правом. Алга Кыргызстан, Кыргызстан жашасын.